Жмясь ищут мужчину, который снял деньги с чужой банковской карты. Полицейские опубликовали видео, на котором запечатлен подозреваемый в преступлении. Как сообщают в полиции, владелец оставил карточку в банкомате, а этот мужчина воспользовался ситуацией и снял деньги со счета, но попал в объектив камеры наблюдения в отделении банка. И теперь его ищут.